Саша! Ура! Ахмол болсын! Рахмет! Барлықтарыңызға рахмет! Алысым шексіз! Назира Дюсебаева не сдерживает слезы радости. После пожара, уничтожившего съемное жилье, многодетная мать с 6 детьми празднует новоселье. Женщине подарили 2-этажный дом. На беду многодетной мамы откликнулись журналисты, общественники и волонтеры, открыв сбор средств. За 8 дней неравнодушные казахстанцы собрали больше 22 миллионов тенге. Бүкіл халыққа рахмет. Я очень рада. Это счастье моих детей. Наконец-то дожили до своего жилья. Спасибо простому народу и всем людям, которые мне безвозмездно помогали. Я когда проходила мимо этого дома в свое время, мечтала, чтобы этот дом был моим. И вот теперь моя мечта исполнилась. Дети обустроились и уже делят комнаты в этом доме. К слову, насчет сгоревшего съемного жилья, дом полностью восстановил фонд Елке Кызмет за свой счет. Огромное спасибо им. Новое жилье в жилом массиве Канар-Блах многодетной матери обошлось в 19,5 миллионов тенге. На собранные средства удалось покрыть и кредиты. В первую очередь хочу поблагодарить простой народ. Всем большое спасибо. Когда у Назиры случилось горе, никто не остался в стороне. И общественники, и акимат, обычные жители помогали как могли. Мы даже представить себе не могли, что соберем 22 миллиона тенге. За 19,5 миллионов купили жилье, на остальное мебель и так далее. А также закрыли 7 кредитов Назиры. Денег на все хватило. Мы максимально постарались осветить горе Назиры в чате с предпринимателями и общественниками. Все деньги собрал простой народ. На собранные средства была куплена бытовая техника, ковры, одежда. Хочу еще раз напомнить, собранные средства – это помощь и деньги простого народа. Руку помощи многодетной матери протянул и генеральный директор компании «Медикер». Бахчан Пазилов заверил, что семья может получать медицинскую помощь абсолютно бесплатно. Наша компания не осталась в стороне, и мы хотели оказать помощь семье. Здоровье Назиры и ее детей мы берем полностью на себя. Сегодня я лично приехал и осмотрел детей. В скором времени полностью детей и маму осмотрим. Если нужно будет положить в больницу, то мы это сделаем. Все это на бесплатной основе. Назира Дюсебаева до сих пор не может поверить в случившееся. Многодетная мать благодарна за оказанную помощь. Сейчас женщина уверенно говорит, что ни в чем не нуждается, и все благодаря неравнодушным казахстанцам. Куркем Сибалиева, Мирас Ашинов, Абзал Трабеков, информационная служба телекомпании «ОТРАР».